5 grand just to see you dance. Всем привет, ребятки, меня зовут Люцис, добро пожаловать на мой канал. Сегодня у нас рейд топовой базы Player 8340. Давненько она мне не попадалась уже. Реально очень крутая база с крутым лутом. Но для этого понадобится 2 C4. Первую я взорву вот здесь. Эти ящики я оставлю на потом. Нам сейчас надо открыть немножко с другой стороны. Вернее, взорвать с другой стороны. А именно вот с этой. Здесь есть... Ё-моё, ну что это такое-то? А, жесть, жесть. Почему они не могут эти хрени-то убрать? И вот и вот в тот раз не было, например. А знаете, в чем еще одна проблема? В том, что я не могу открыть последний ящик, потому что тут он есть как бы на карте, но мне говорит о том, что тут какой-то... Не знаю, какая-то горка чего-то, либо вот это железной руды, либо камень известняка. Я не могу понять, я потому что ее не вижу. И ящик сломать я тут вообще никак не могу. А если начну ломать, добывать камень или железо, чтобы это ни было, я создам шум, а у меня уже его порядком. Ладно, обойдемся без одного ящика. В принципе, пойдет так тоже. Забираем пока все, что можем забрать. Надо будет съездить на базу, положить это все. Броня. Что по броне? Переодеться можно, в принципе, да. Вот это заберу. И топорики заберу. Следующий ящик. Краска, броня и топорик. И бензинчик. Хорошо. Следующий ящик. Глок. МК. Здесь в тот раз была труба. В этот раз тоже ничего не изменилось. А иногда лут меняется, кстати, вот в этих ящиках. Батарейки, не знаю, потом заберу, если что. Кувалда есть, карбоновая рукоять и модификация кувалда. Угу. А что еще забрать-то? Клюшку для гольфа можно. Ну вот так сделаю пока. Пока что. Так, а вот у нас сет брони, кстати, подъехал. Можно его будет стыбзить. Один красный талон, так и быть, оставлю. Здесь у нас пластины, слитки, фильтр. Ладно, пока что все это положу я в байк и быстренько пойду умру. Так, давайте собирать остальное, что я тут оставил. Например, вот эти слитки, пластины, фильтр. Это все по одному. Не очень-то это правильно забирать такой лутец. Так, стоп, а что это? А, вот. Так. Ничего вроде бы. Мачете, ну такое себе. Телефоны вот можно забрать. Здесь есть топорик, но мне он явно уже не нужен. Блин, вот этот сет брони и даже вот эти. Я не уверен, что они нам нужны, потому что в той части базы можем найти другие. Вот эти вот такие синенькие спецвойск. Да, спецвойск. Попробуем посмотреть, что там будет. Да, вот в этом ящике есть броня спецвойск. Есть почти два сета. Почти. И плюс еще пару блоков. Миниганчик. Это не может не радовать. Так, все это быстренько сложу и буду набивать другие ящики. Так, открыл еще один ящик. Здесь у нас ВСС, кар. Глок, еще блок. Я вот это, наверное, все-таки здесь оставлю. Не хочу это забирать. Они все занимают по одному месту, но в итоге никакой пользы это особо не приносят. Заберу лучше с этой брони парочку. Катанку вот заберу. Еще один сет брони помещается. Отлично. И глок еще есть тут, я его не заметил. Пойдет. Ой, вот это я не ожидал. Что я его открою-то, ладно. Так, тут пусто. Вот я не помню, где еще было. Надо сейчас будет громилку куда-то сплавить и проверить. Так, последний ящик оказался пустой. Блин, ну я ничего не смогу забрать, потому что громила приближается довольно-таки быстро ко мне. Не могу его никуда отослать подальше.
Разве что прям вот сюда, не знаю, конечно, получится, что нет. Так, заберу я просто один зеленый сет, да, и свалю. Идем смотреть, что нам удалось вынести. А вот, собственно, весь лут, который мы вынесли с помощью двух C4. Это у нас 13 глоков, ФМК, Скарва, АК, ВСС, ракетница, миниган, дробовик, катана, лопата, разрушитель, три сета, вернее, 4 сета, один же на мне. Спецвойск, один военный, тактический, противогаз, 18 мобильных телефонов и 14 батарей. В принципе, очень даже топовый лут. Две сишки того стоит. Ну а на этом все. Надеюсь, ролик вам понравился. Вы оцените его лайком. Пока-пока. До скорых встреч.